тему далі Центральної виборчої комісії з політичним аналітиком Андрієм Бузаровим. Єдине, що додамо ось трішечки інформації. Голова Європарламенту Антоніо Таяні завізував рішення про надання Україні макрофінансової допомоги на 1 мільярд євро. Про це повідомив постійний представник України при ЄС Микола Точицький у своєму твіттері. Постпред висловив вдячність Європейському Союзу за підтримку та солідарність із Україною. Нагадаємо також, що 13 червня Європарламент проголосував за надання Україні 1 мільярда євро макрофінансової допомоги. На перший погляд може здатися, до чого тут склад Центральної виборчої комісії, але ж ми пам'ятаємо, що раніше від Європи лунали ось такі заяви, що транш, ось цей макрофінансова допомога в 1 мільярд, можливий лише після оновлення складу Центральної виборчої комісії. То виходить, Євросоюзу, взагалі, що відбувається у нас с ЦВК, с огляду на выделение этой допомоги, не цікаво? Это один из элементов, это одно из условий, так нужно быть более точным, на мой взгляд. Если мы говорим о требованиях Европейского Союза по отношению к правительству Украины, которое действительно необходимо для выделения макроэкономической помощи. И нечто подобное требует МВФ, нечто подобное требует вообще все наши западные партнеры, требует общество. Но, с другого боку, якщо рішення вже завізоване, це означає фактично надходження коштів? Чи будуть чекати, дивитися, як Верховна Рада працює над оновленням ЦВК, а потім вже... Эти документы, которые сейчас готовит Европейский Союз, это лишь основа, правовая основа для выделения соответствующей помощи при определенных условиях. И принятие ЦВК, принятие состава ЦВК – это одно из этих условий. Нужно это правильно понимать. Недавно было выступление Верховного комиссара по энергетике Европейского Союза. Оно, кстати, не переведено до сих пор ни на украинский, ни на русский язык, где он ревизию сделал всего, что происходит в Украине в энергетике. И он сказал, что на сегодняшний день ситуация, несмотря на то, что есть определенный позитив в части принятия необходимых мер регулярных национальной комиссии по регулированию электроэнергии, принятия закона о рынке электроэнергии, у нас еще очень много всего нужно сделать. И в части подготовки приватизации там, и тому подобное. То есть это все только направление, элементы того, чтобы мы получили макроэкономическую помощь. Поэтому вот это постановление, о котором мы говорили, это лишь правовая основа. А дадут нам эту помощь сразу, дадут нам ее по частям, по 100 миллионов, по 300, это будет зависеть от того, насколько правильно и вовремя наше руководство страны будет выполнять соответствующие требования. Вот и все. Ну, а наскільки цікаво так нашим західним партнерам зараз співпрацювати із чинною владою, яка от там же, якщо навіть по черговості виборів дивитися, буде змінена? Ви знаєте, мені поки до кінця... Чи не будуть відтерміновуватися рішення? Непонятно. Позиция наших западных партнеров, потому что они в одной ситуации реагируют на некоторые вещи в нашей стране, в другой ситуации они молчат. Это касается и стран Большой Семерки и так далее. Вот по поводу ЦВК, мне кажется, они недостаточно активны в части критики действий руководства страны. Я думаю, что все представители посольств иностранных прекрасно видят, что происходит в ЦВК, как подготавливается состав ЦВК и так далее. Поэтому, мне кажется, они должны быть более активны в части своих ситуаций. Я помню еще, по-моему, оппозиционный блок и Юрий Бойко, они обращались к послам Большой Восьмерки по этому вопросу, для того, чтобы как-то повлияли и увидели ситуацию. Но никто особо не реагирует. И, понятно, что они не могут вмешиваться открыто в внутренние дела Украины. Но, по крайней мере, на уровне консультаций, на уровне советов, они могут сказать, что это не совсем правильно. И накануне выборов президентских, когда страна фактически находится на грани, на мой взгляд, серьезного социального взрыва, и в условиях войны с Россией, в условиях серьезного конфликта на востоке Украины, мне кажется, обострять ситуацию с точки зрения подготовки законодательства, ЦВК, законодательства выборов и так далее, не стоит власти, поскольку это может привести к серьезным последствиям для всего украинского общества.